Да, ну что, друзья, вот и вечереет, и вот мы снимаем, как горят бенгальские огни. Светя, где ты взяла бенгальские огни, скажи? Где в Америке берут бенгальские огни? Заказывают на интернете, где же еще? Так, в магазинах нету. Ладно, ну что же, с праздником! Ура! Да, ну вот покричим, попрыгаем. Я хотел салют снять, но как-то темновато. Для салюта, пожалуй, темновато, а здесь нас видно. А меня видно, Свет? Еще как видно? Главное, чтобы Витюша было видно. Ну, я... Витюша тоже. Да. Давай, Витюша отдельно. Сзади. Тоже его видно. Крутит. Отлично его видно. Дирижирует. А если встать вчетвером и сделать кружочки, что получится? Да. Те из вас, кто любит на Википедии, там вообще по интернету, вот найдите смысл, что такое крутить бейтсом. Это не то, что мы делаем, но мы крутим бенгальским огнем. Это очень... Если два кружочка, а если четыре кружочка, никто короче, не кружит. Короче, да. Нам Бог сюда. Слушайте, оно, этот стерженечек-то никуда не уходит. Только вот вокруг него. Так, я предлагаю примат. Холодный? Наверное, холодный. Сгорает, но очень красиво, в темноте очень приятно, очень красиво. Очень здорово придумали крутить. Да. Хороший праздник, хорошая компания у нас собралась веселая. Мы тут играли всякие развлечения, а потом вышли немножко моросить. Я хочу сказать, что это добрый знак, воды у нас не хватает, поэтому... Я думаю, что только здесь моросит, в долине жарко очень. Да, ну мы океану, правда, здесь можно поэтому поросить. Все, друзья, счастливо и до скорых встреч.